Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 32 по 36 стихи. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона. Сего заставили нести крест его. И придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявши же его, делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его. «Сей есть Иисус, царь иудейский». Толкование блаженного Феофилакта. Первые три евангелиста говорят, что Симон нес крест Иисусов, а Иоанн повествует, что его нес сам Господь. Поэтому надобно признать, что было и то, и другое. Сначала сам Иисус нес крест свой, когда никто не хотел понести его, а потом на пути нашли Симона и на него возложили крест. Ты же возьми во внимание еще вот что. Симон значит послушание. Итак, кто имеет послушание, тот несет крест Христов. Лобное место называлось так потому, как говорят по преданию отцы, что тут погребен был Адам. Это значит, что как в Адаме все мы умерли, так во Христе нам должно ожить. Далее, не смущайся тем, что от евангелистов слышишь разное, что по словам сего Матфея принесли Господу уксус с желчью, по сказанию Марка вино со смирною, а по свидетельству Иоанна уксус с желчью и иссопом. Разными делаемо было разное, как обыкновенно бывает в беспорядочной толпе, где всякий делает свое. Посему надобно думать, что один принес вино, другой уксус с желчью. Много родов смерти, но Христос умирает на кресте, чтобы древо осветить, через которое мы подверглись проклятию, и благословить все и небесное, означаемое верхней частью креста, и подземное, означаемое подножием, и пределы земли, как восточный, так и западный, знаменуемые поперечными частями креста. А вместе и для того, чтобы, распростерши руки, призвать и собрать расточенных чад Божиих. Воины делят одежды его, как человека бедного и ничего более не имеющего. Враги в оправдание свое надписали над ним, за что распят, именно что он распят, как царь иудейский, то есть как похититель царства иудейского и мятежник. Таким образом, слово «царь» надписали они для оклеветания. Но несмотря на то, свидетельство это верно, как свидетельство, представленное врагами. Господь действительно есть царь, который для того именно и пришел, чтобы спасти иудеев. Так как плотские иудеи не восхотели иметь его царем над собою, то он соделывается царем духовных иудеев, то есть исповедующих, ибо иудей значит исповедующий. Все толкование. Вот толкование объясняет слова. Действительно, какой-то смысл в этом есть. Название Симеон – послушание. Но это попытки проникнуть еще дальше, чем открыто для простого взора. Вот тайное знание, это они ни на чем больше не основаны. Или сатана открывает, или Господь. Тайное. И поэтому у жрецов были свои знания, у поклоняющихся Исиде, Апису. А потом удивляются люди, вот видишь, как это перешло в масонство и то другое. Но если оно от сатаны, почему оно не перейдет?
начинают вот когда доказывать, то ссылаются на то, что смотри, вот Христос родился в Вифлееме, называется царь какой был в это время. Это действительно так, и это доказательство, доказательство, скажу, что неполное. Главное доказательство это откровение от Бога на сердце. Название имен местности, да это и в сказках такое делают. Илья Муромец, как где был, пришел, откуда там Тму-Таракань, все. Я нашел, что и это не самое веское доказательство, что указывают места, родители, какие обычаи были. Все заключается в избрании. Проповедует человек, сеющий, поливающий, ничто. Но если ничто, тогда ведь аж все, Бог возвращающий. А кого я не избрал, напрасно подвязается. Неизбранный он. Ему не открыто. Тут один только вопрос, а за что тогда Павел говорит наказывать меня, если я не избран-то? А теперь иди к фараону, а я ожесточу его сердце. А кто может воспротивиться? Он говорит, за что же судит? А дальше, а ты кто, что споришь с Богом? Здесь только нужно одно, смиренно все принять, что есть, и приложить все силы, все условия, какие есть, направить на одно, расслышать голос Божий. Чего от меня Господь хочет? У евреев тоже доказательства есть. И у свидетелей Иеговы, и у мусульман, у всех есть какие-то свои доказательства, и они пытаются это. Вот сейчас вот мусульмане находят все, что говорится о Христе, они все переменяют это к Мухаммаду, к Магомету. Среди вас восставит Господь пророка, как меня слушайте, это именно о Мухаммаде, хотя это речь идет о Христе. А как тогда им доказать? Ничего ты не докажешь. Ты только открой места Писания, которые говорят, вот что возмездие за грех смерть. Кто умирал за грехи людей? Христос. Он искупитель? Да. А как ты поверил в это? Вера, я молился, Господь меня открыл. Вот в чем дело. И поэтому я к нему претензий не могу никаких иметь. У него этот путь. Он прежде рождения еще не родились в утробе матери. Но ясно дело, что нельзя сказать хороший, плохой. Но Якова я возлюбил, а Исава возненавидел. Ну кто скажет, что это справедливо? Так это творение твое. Господи, как ты мог их возненавидеть? Но и смысл в слове «возненавидел» тоже заложен не тот, который мы понимаем. Все слова, какие мы считаем в Евангелии, они требуют трактовки. Даже слово «вечный». Вечный тоже не означает бесконечный. Рабу проткни ухо, и он будет рабом твоим вечно. Я беру одно место только. Ясно, что не вечно. Вот за гробом не может эта дырка на ухе, что он полюбил рабыню, и действовать на него в бесконечности. И выход только один здесь. Доказательства я могу сказать, что я узнал. Все, что накоплено такими, как Марцинковский, доктор Мартансен, я беру даже уже близкой к нашим дням людям, открытие через кумранские свитки, при желании, при возможности, можешь человеку рассказать, знания такие не помешают. Но главное это избрание. Кого я избрал, там предопределил, открыл, там перечисляет апостол. Вот в этом все. И поэтому-то они молятся, даже стоят. Ну, как? Мне хочется увидеть, избран он или не избран. Почему он ничего не принимает? Он молится, крещеный, в церкви, говорит, даже ходят взрослые. Но как? Вот меня всегда интересует эта таинственная сторона. Не доказательство нес там Симон Кирьянин. Это никакой роли не играет. Симон нес. Не Симон там попался бы, другой какой-то. Тут и имена такие же другие были бы, а можно изъяснить и тоже, как говорится, подтянуть доказательства за уши. Но доказательство в одном только, что мы ничто, и все Бог, и Он делает как Ему угодно. А если человек, ну Богу нужно эту историю срежиссировать, я говорю по-человечески уже. Вот она теперь у него уже запрограммирована, и теперь проекция идет на землю. Вот оно. И приближается эта тень, которая на земле, она все более яркая, яркая, яркая. А может быть по-другому? Не может. Не может. Но тогда за что меня судить, Павел говорит. И вот апостол Павел здесь ничего не доказывает. Он не может доказать. Это был гениальнейший корифей мысли, даже во всех отношениях. Но здесь он просто закричал, а ты кто, что споришь с Богом? Замолчи сейчас же. Это Иоанн Златоуст объясняет так. Доказательств никаких нет. Просто я избранный. Я вот сегодня хотел на эту тему поговорить во время занятий.
Вчера я специально, когда вышли из храма, стал расспрашивать, ну, кто хочет провести занятие? А то, получается, я восхищаю это право. Нет, 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 там Лена, учительница, говорит, вы пока здесь, а то мало так опять уедет, и, ну, проведите еще занятие. Ну, ладно, и другие. Я ко всем повернулся, обратился. Дело в том, что это не в храме. Там в спортзале у нас занятия идут. Ну, может, и сестры кто-то. Нет, 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 никак. Ну, приходится мне готовиться. Я говорю, у меня уже раньше было, Игорь сохранил, он записывал при основании Потеряевки, 123 проповеди тематических. Вот, допустим, инструменты у меня на эту тему есть. Дорога, а дороги есть. Вот смотри, как она крадется мимо. Вот. По сегодняшний день еще опасается, но старается быть рядом. Он очень умный, он отворачивает голову, бережет свой имидж. Видишь как? Она-то, у ней что там в голове есть? Она вообще бездумная, глаза такие пустые. А у него глаза думающие. И это тоже надо применить. Как это к собаке? Что об собаках говорится, что о кошках? Ты встрой это в священное писание. И вот я говорил о занятиях. Какую тему? Ну, один брат предложил о воровстве. Не знаю, что ему так уж воровство его задело. Или своровали у него. Может, что-то мотоцикл увели или что. Ну, тема такая криминальная-то. Я засыплю тебя хроникой, кто спрашивает. Вот. Ну, а другие, ну, молчат. Ну, видимо, что много очень написано. И любую тему. Там о пище, о встречах, о поэзии, там, ну, обо всем. Ну, 123 выстрои в ряд, просто говори, там, что у тебя одежда, об одежде у меня есть, об обуви есть. Что бы ни сказал, дорога, путь, дома, это отдельная тема, и все согласно Писанию житий святых. Но у меня мысли такие были, тогда я сам буду говорить, что мне хочется показать, что такое проповедь и благовестие, и разница. Ну и попутно, хотя оно никак не вписывается, хотя, но и о воровстве немного сказать, раз волнует эта тема или интересует сказать так, хотя бы немножко. Главный вопрос стоит теперь во мне. Мое смирение и благодарение, за все благодарите. Но меня Бог не избрал, что мне за это благодарить? Написано, за все благодарите. Не надо говорить, что там Павел не имел это в виду. Слово «за все» включает все. Как Иов говорит, неужели за доброе будем славить, а за худое не будем? Он свят, он знает. Но я же погибаю, если я не избранный. А ты можешь переломить обстановку, быть в числе избранных. И сойдется с тем, что в начале твоей биографии было написано прежде рождения. Вот так. Я сам придумал такие, как бы составлял такой сюжет. Один человек, допустим, не согласен с этим. Как это Бог может знать? Ну, хотя на один день ты можешь проверить. Ну, а как? Ну, вот ты получаешь сегодня конверт запечатанный, и там написано, как ты проведешь день. День проведешь с самого начала. Ну, тебе накануне дали. Конверт положи, никому не давай, тут в карман, застегни его, и все. А вот человек стал бы думать, как? Я встаю всегда, вот как мы в 4:40, а я встану в этот день не в 4:40, а в 3. И дальше я буду заниматься не этими делами, а тут потихоньку начну там пилы точить, еще что-то. Потом в дверь не пойду, а распахну створки, в окно вылезу. И пойду не прямо по улице, а по огородам, вокруг обойду, попутно искупаясь. Попутно там ягоды пособираю в саду. И на работы дойду как раз вовремя. А вечером конверт, ну скажу, давайте смотрите. Можно было угадать. Ну, что не угадать-то, когда я выхожу прямо в дверь, стою одно время, вот у меня оно все по часам, по минутам. Меня очень легко предсказать и убить. Знает, какое время, куда я прихожу, и переловить там, ну, на этом строят те, кто готовит покушение-то. Открыли конверт и считают. В этот день он решил встать 3 часа. И, собираясь на работу, пошел не позавтракав, и с собой не взял, это такого у него не было, это нельзя было предузнать. И открыл в окно, он никогда не вылазил. А ты только думаешь, да зачем я это сделал, надо было как обычно, и тогда бы было не сходилось с этим-то, написанным-то. И дальше пошел в лес, там нашел, клевал, ел, и все сходится, да, ну зачем я это сделал? Ну если бы ты сделал так, там было бы написано по-другому. Ну, а как это можно знать? А вот это тебе уже не надо рассуждать. Еще не родились, уже Господь говорит, что зародыш твой видели очи мои. И все дни для меня назначены, когда ни одного из них не было. Псалом 138. Я обращаю это ко Христу.
Вот ему нужно было это. Дали мне в уксус желчь. И вот это пророчество должно было исполниться. Повесили на древе. Христа нельзя было пикой заколоть на земле. Нельзя было побить камнями. Нельзя. То есть они пытались несколько раз, хватали камни, с вершины пытались сбросить. Но это пророчество, это Христа. И она с незримое, ну, скажем, пророчество у Бога. Это тоже пророчество, если он предузнает вперед. И с этим надо согласиться. Ну а когда наступит расчет? А вот тут сыграет уже Ориген. И Ориген выйдет, осуждаемый церкви, на первое место. И он говорит, написано, все во всем будет Бог. Объясните как? Не могут объяснить. А он говорит, а я объясняю так. Через столетия, миллионы лет, я не знаю сколько, будет мучиться сатана, ангелы, люди, грешники, убийцы. И в конце концов, очистительное вот это страдание приведет их к полному раскаянию, очищению. Вот чистилище у католиков-то. И все во всем будет, Бог всех простит до единого. И Чикатило будет прою, и Гитлер, и Сталин, и Николай. Да это не мысль. Ну, тогда у меня все во всем будет, Бог объясним. Объясните вы. И мы, святые отцы, не могут объяснить этого. Мучения имеют конец. Ну, написано вечно. Повторяю, слово вечное имеет разное значение. Да как в одном стихе жизнь вечная это? Не знаю я как. Тогда все во всем будет, Бог. Подгоните к этому. Вот у меня сходится, нигде не противоречит. А какой смысл Богу мучить, он спрашивает. Ну, написано. Но вы, написано, у меня объяснит, для того, чтобы раскаялись и пришли в единомыслие с Богом. Они осознали жизнь свою. Для Бога наши преступления ничего не значат. Главное, чтобы мы у Бога подобились, раскаялись. Вот не было раскаяния у Адама с Евой, мы несем это поругание. Вот почему я склоняюсь к мысли, что нам далеко-далеко не все открыто, хотя многое нам и открыто. И вот в смерти Христа мы должны усмотреть предназначено, и все. Но доказательство, что он Сын Божий, да нет доказательств. А доказательство, что у Богородицы не было детей больше-то. Писание все показывает, что были дети, называет. Но есть объяснение того, что не было детей. Ну а ты как понимаешь? Я понимаю, она преснодева, такое осталось всегда. Написано, все девы в чреве примет. В чреве примет, зачнет от Духа Святого. То есть двери девственности не будут разломаны. А что родит она дева, пророчества-то нету. Дальше-то мы сами добавляем уже. Ну и что? Что у нее дети были? Иосиф мог к ней коснуться там. А почему вы решили, что нет? Почему рисуют его старцем? Когда вначале так не было, еще бы старец он, если он святой, столько лет и брал ее, и считает ему там чуть ли не 74 года, а ей 14 лет, ну, на 60 лет старше-то, вроде бы не нужно это делать. Я верю, как православные заповедуют, я с детства к этому приучен. Но намертво опровергать там баптистов других не могу, я только сказал им. А что я, ненавидеть его за это? Он не понимает, так я ему сказал, ему не дано. Не дано он ни церкви нет спасения. Дальше, вы говорите, что их Дух Святой призвал, и они уверовали во Христа от Духа Святого. Да, от Духа Святого. А сейчас, но они затормозили на одной ступеньке, дальше не идут. Дух Святой угашается. И угашается, не угашайте Духа Святого. И они вне церкви, а вне церкви нет спасения. Еще баптисты не спасутся, спасение от Бога зависит, не знаю. Ну какая-то у вас непоследовательность такая. Да, именно так. Я должен с этим согласиться. У меня во мне два человека. Один христианин, другой гражданин. Но христианин все время на первом месте. Я говорю, как гражданин, я за казнь маньяков, насильников, малолетних, там, серийных убийц. Но как христианин, я говорю, у нас жизнь властен только Бог. И что, кормить их надо? Ну, тогда укажите, как по-другому, если не убей. Не убей. А если я устроился палачом, то убить мне можно. А я христианин. Понимаешь, вот эти рассуждения приводят к тому, что на душе всегда спокойно и мирно. Вот то, что прочитал. Да, я признал. Я признал, удовлетворен. Меня Бог сохранил в святой православной вере, и мне хорошо. Он опять, видел, прям наступает на него. Малышок-то повернулся. Это вот, я их примерял все время-то. Ну, у него видно, глаза-то прямо светятся разумом. А у этих-то ничего нет, они и так. На одной мышке сфотографировали. А этот всех знает свои, не свои, окошко к любому ластится. Это надо знать. И чтобы примирить и научить ходить правильно, это нужен был труд. Нас можно научить свое место, не гадить, как котята, не облаивать чужих, не кусаться. Мы как животные. Почему и называют псы смердящие там и прочее. Я черен и человек.
блоха, за дохлым псом гоняешься. Говорит, не надо этих слов бояться. Да, мы такие. У нас есть качества положительные от зверей, отрицательные. Далее. От Матфея, 27 глава, с 38 по 44 стихи. Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими, говоря, «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили, «Других спасал, а себя самого не может спасти!» «Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него!» Уповал на Бога. Пусть теперь избавит его, если он угоден ему. Ибо он сказал, я Божий сын. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. Толкование блаженного Феофилакта. Для оболгания Христа распинают с ним двух разбойников. Дабы и он признан был за такого же беззаконника, как те. Но они были образом двух народов, иудейского и языческого, так как оба эти народа были равно беззаконны и вместе поносили Христа, подобно как и разбойники сначала оба поносили его. Но потом один из них познал его и исповедал царем. Почему и сказал, «Помяни меня, Господи, во царстве Твоем». Так и языческий народ исповедал Христа. Другой же разбойник, образ иудейского народа, продолжал хулить. Дьявол понуждал многих говорить, «Если ты Сын Божий, сойди с креста с той целью, чтобы через это заставить его сойти со креста и чтобы разрушить дело всеобщего спасения крестом». Но Христос и есть Сын Божий, и не внял врагу, дабы и ты знал, что не должно слушаться ухищрений дьявола, но должно творить добро, хотя бы люди и стали думать о тебе худо. Все толкование. Вот толкование, когда дается о двух разбойниках, тут не подходит. Как бы было написано, один разбойник был язычник взятый, или римский воин какой-нибудь, дезертир, а другой еврей, тогда бы это толкование подходило. Это искусственное. И я его никогда нигде не применял и применить не могу. Просто не связано с этим. Говорит-то дальше правильно. Вначале и к евреям, к погибшим овцам Израиля пришел Господь. А потом говорит, идите к язычникам, уже все, на весь мир пошли. И меня послал Господь туда, Павел говорит. Его слушали до этого места, потом подняли вопль. И прилагать это к разбойникам, ну никак. А что такое за состояние народа было, что разбойника пойманного просили освободить? Такого не бывает. Ну кто бы просил его? Наоборот, народ требует прекратить, чтобы не действовал мораторий на отмену смертной казни в отношении серийных убийц и прочее. А для кого разбойники? Вопрос. Для власти римской. Это были патриоты. Это были зелоты, их называли сикари или кинжальщики. Это убийцы из-за угла, террористы. А народ их просил, для народа они были те, кто боролся за национальную свободу, независимость. Вот шахиды, как сейчас, вот, которые подрывают везде, бандиты, то другое, для еврейского народа, это не бандиты, для чеченского, для многих. Это освободители от ига русского. Вот эта ситуация как раз и сходится с этим. И о разбойниках ничего нельзя сказать. Да, оба поносили, но один одумался. На это тогда стали ссылаться. Но вот он же без причастия. Он не крещеный был, а спасся. Но церкви-то и не было, он и был не крещен. Надо же понимать, о чем речь-то идет. В какое время? Вот вчера у нас был праздник Рождество Пресвятой Богородицы. Где-то в 4 веке этот праздник ввели в 12-е. Искусственно все. О Рождестве Богородицы ничего нет в Писании.
И построить на этом двунадесятый праздник, один из 12 самых больших, приравненных к Рождеству, к Крещению, нет никакого основания. Но я православный, мне неплохо было. Мы тут занимались, встречались, не работали. Но работать на сельском хозяйственных работах можно. Вчера, гляжу, сено даже возили наши, потому что дожди идут. Но надо вот во все приложить, как бы, немножко приоткрытую тайну об избрании. Вот. Избрал Господь. А почему? Я читаю, есть такой архимандрит Ивановского женского монастыря Веденского, Амвросий Юрасов. И он у людей тщательно расспрашивает, а когда день рождения был? Но день рождения был 9 месяцев назад, откинь, и видно, когда было зачатие. А у православных ввели то, что если зачат был во время поста, то твоя жизнь будет не такая, как обычно. Корявая твоя биография никому не нужна. Я посмотрел, ну, Божья Матерь, рождение Богородицы. Вот вчера, 21-го, когда она была зачата? Ясно, ну, у нас 4 поста больших, многодневных. Рождественский мертвый на одном месте с 28 ноября до 7 января. С 14 по 28 августа Успенский пост, а Петров и Великий, они колеблются в зависимости от пасхалии. Но здесь точность, что Богородица была зачата в пост. В пост зачата была. Ну, и не надо бы говорить, что от Духа Святого, как католики, бессеменное зачатие. Она была зачата от Иоакима и Анны. Мария Иоакимовна. И она зачата была незаконно, если бы были законы. Но закона не было, и поэтому это не вменяется. А наш батюшка именно в этот день родился. Вот он был зачат уже незаконно. Почему? А не было церкви, ничего не знали, и он ясно в пост зачат был. Я посмотрел, прямо попадает. Ну а как узнать? Ну, сентябрь, 21 сентября, октябрь, ноябрь, декабрь. 21 декабря зачат он был. Если он не был недоноском. И, ну, а дольше время он не будет в чреве, тут уж, ясное дело, никак. 21 декабря это рождественский пост, он был зачат так. А у тебя? Ну, я 10 июня рожден, июль, август, сентябрь. В сентябре, 10 сентября поста нету. Я не во время поста был. И что это отражается? Не знаю, но вот архимандрит Юрасов, да и не он один только, так утверждают. Но они были вне церкви, мои родители. Они просто от родителей благословили иконами. И на этом все. Не знаю. Но, зная то, что уже закон этот введен, и церковь предупреждает во время поста не иметь соития этих радостей и сладостей, видимо, что-то в этом есть. Как Александр Мень говорит. Что-то в этом есть. Сам я Иисуса в молитве, говорит, не молюсь, но в этом что-то есть. Я скажу, что в этом есть. Памятование о Боге. Памятование о Боге. Не просто перебирать четки. И кажется, ну а кто об этом говорил, когда нет? И батюшка он сам не знает. Это я ему гостиниц приготовил, чтобы усилил молитву. Ну а грех родителей? Может быть, это был грех родителей, и это отображалось на нас. Они происходят, мои родители, но раз мои, то и батюшкины. Из киржаков. Вот есть здесь такое, староверы-киржаки. Нас обзывали, когда мы в школе были, киржак. Мне обидно было, а объяснить даже не знал, что такое киржак. Киржак какой-то ржавленный такой. Ну, не ребенок же, не нравится. У них нет священства. Вера очень слабая. Главное, ни с кем не молиться. Молиться двуперстно, посты соблюдать. Все, вера кончилась. И вот когда считаешь такие вещи, как вот два разбойника, кто они такие были? Это были патриоты. Патриоты, готовящие народное восстание. Они поднимут его, в конце концов. Уничтожит римский легион, стоящий в Иерусалиме. Придет Веспасиан с войсками. Битву закончит Тит, сын его. И иудейский народ будет разметан по всему миру. Эти кинжальщики, эти называемые разбойники, они в подлинном смысле разбойники. Они погубили нацию, погубили город, погубили храм. Далее. От Матфея 27 глава с 45 по 49 стихи. От 6 же часа тьма была по всей земле до часа 9. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани», то
То есть, Боже мой, для чего ты меня оставил? Некоторые стоявших там, слыша это, говорили: Илью зовет он. И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его. Толкование блаженного Феофилакта. Бывшая тогда тьма произошла не по естественному порядку, как, например, бывает она вследствие естественного затмения солнца. 14-й день луны никогда не бывает затмения, а бывает затмение обыкновенно при рождении луны. Но во время распятия Христа был 14-й день луны, потому что тогда совершалась Пасха. Следовательно, тьма была неестественная. Притом тьма эта была во всем мире, а не в одной стране. Например, в Египте. В Египте давно явно было, что тварь соболезнует страданию Творца. И что свет от иудеев отступил. Те же иудеи, которые требовали знамения с неба, пусть увидят теперь солнце помраченное. Пророческое изречение «Или, Или» произносит на еврейском языке с той целью, чтобы показать, что он не противник ветхозаветного писания. «Для чего ты меня оставил?» – сказал в означении того, что он истинный человек, а не призрачный. Ибо человек, будучи животолюбив, естественно хочет жить. Поэтому, как в том случае, когда скорбел и тосковал, он показывал себе естественно свойственную нам боязнь смерти, так теперь обнаруживает в себе естественную любовь к жизни. Ибо он был истинный человек и подобен нам во всем, кроме греха. Между тем, люди из простого народа, будучи невежественны, и не знакомы с пророчествами, не поняли сего воззвания, и думали, что Христос зовет Илью. Не все иудеи знали пророчество, подобно как ныне не все христиане знают Евангелие. А уксусом поили его для того, чтобы он скорее умер, прежде нежели придет Илья спасти его. Почему некоторые и говорили: постой, посмотрим, придет ли Илья спасти его? То есть, не ускоряй смерти его, пусть узнаем, поможет ли ему Илья. Комментарии. Блаженный Феофилакт, чудный истолкователь Библии, постоянно подчеркивает, выделяет всюду слова Иисуса, которых видит совсем верным, что Господь постоянно подчеркивал, что он не противник Ветхого Завета. Когда Христос говорил о Слове Божьем, о законе, о заповедях, об исследовании Писания, Он говорил, имея в виду только Ветхий Завет, первую часть Библии. Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне». Если мы дети Божии, если мы овцы этого небесного пастыря, то должны знать голос его, голос Священного Писания, любить Библию более всего на свете. Кто любит Библию, тот не будет тратить время ни на посещение театров и мюзиклов, ни на сидение у телевизоров, ни на чтение безбожных романов, газет и журналов, но он будет искать общение с Искупителем в молитве и познавать волю Божию, выкраивая свободные минуты для чтения Священной Библии. Псалом 1, с 1 по 3 стихи. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». И будет он, как дерево, посажено при потоках вод,
которое приносит плод своего время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Царь и пророк, псалмопевец Давид написал самую читаемую в мире книгу, книгу песней, богодухновенную псалтырь. Первый псалом начинается словами любви к Библии, о том, каким плодоносным делается человек, любящий Библию, и как разнятся от таких боголюбцев те, кто не любит Библию, те, которые проводят время у телевизоров и в пустых разговорах. Псалом 1.4. Не так, нечестивые, не так, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли. Так как и в царской России Слово Божие не стояло на первом месте ни в обществе, ни в храмах, а значит, и не было никогда никакой Святой Руси, в кавычках, то Бог и вымел с русской земли 1275 монастырей и 57 тысяч храмов, около 200 тысяч священников и монахов, как прах, возметаемый ветром. Священники не насаждали авторитет Библии и заплатили за это страшную цену. Их прихожане, исповедовавшие лжеправославие, взялись за вилы, крушили все до мощей и сами пошли в ГУЛАГ. Господь говорит, что люди не его оставили, а как бы самих себя. Книга «Псалтырь» начинается привлечением человека к Библии, настроим его на духовную волну, на связь с Богом, и заканчивается 150-м псалмом, полной гармонии Вселенной, соединившейся в хвале Создателю. И даже добавочный 151-й псалом продолжает издавать благоухание хвалы через брецание струн богоизбранного пастушка Давида. Псалом 151-2. Руки мои сделали орган, персты мои настраивали псалтырь. Книга Судей 5.3. Слушайте, цари, внимайте, вельможи. Я Господу, я пою, брецаю Господу, Богу Израилеву. 1 Паралипоменон 16.9. Пойте ему, брецайте ему, поведайте о всех чудесах его. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Господь наш постоянно обращался к Священному Писанию и к этому же приучал своих учеников. Все доказательства Иисуса были из Библии, только из Библии, ниоткуда более, как из Библии. От Луки 24:44. И сказал им, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах. Если мы решились дойти до Царства Небесного, то нужно следовать не за чужим голосом, а за голосом Иисуса. Иоанна 10:4-5. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Христос непрерывно устанавливал в душах своих последователей авторитет Библии, и это очень точно подметили святые отцы, чьи толкования соединил воедино блаженный Феофилакт. Комментарии закончились. Ну вот этот комментарий. Священники бунтуют против комментария. Вот если бы они были сейчас здесь, даже епископы, что они нашли несоответствие истины? Притом они не выделяют комментарии. Вообще все против. Как? Комментировать нельзя? Или просто прослушал и пошел? Я желаю, чтобы Слово Божие было живо и действенно заговорило. Или лама савахфани. А почему оно на еврейском языке? Почему переводчики не стали? А что означает, отдельным текстом показали? Меня это заинтересовало.
А что такое Илию зовет? Илия, Илия, как раз сходится имя-то. Бог моя крепость переводится. Бог моя крепость, он Илию зовет. Бог моя крепость, спаси меня, я в немощи, меня распяли. Подожди. А что означает подожди? Не смерть ускоряла это. Здесь написано так. Вот утку, с которой подавали, это парализующие нервы было, чтобы человек мог перенести боли, наоборот, дольше мучиться. Задача распятия в том и состояла, чтобы не умер быстро, а мучился дольше. Это страшный вид казни. Иногда несколько суток висели люди-то. И поэтому, ну, в данный момент непонятно, почему Филат говорит, что вот подали уксусы. Это для того, чтобы он мог переносить. А когда обезболивают, ясное дело, сердце работает более спокойно, и мучение продолжается дальше. Теперь приходит в себя, и опять он мечется в этой агонии, называется асфиксия, опуская, он задыхается, поднимается на ногах. Ноги тоже привязаны, прибиты там, и он движется. Я считал подробности распятия, это ужасно, даже считать невозможно. И даже на этом пытается сыграть. Вот у староверов есть, что нельзя есть акриды, нельзя там другое есть. А свинину можно. А почему? А то потому, что уксус подали свиной от свиньи, желчь. Желчь с уксусом смешанную. Но и этим самым Господь осветил. Ну, даже, допустим, от свиньи. А где же? В Израиле этой свиньи-то и не было. Ну, это же римские воины. Ну, это понятно. А зачем это нужно было? А чтобы осквернить его. Ну, так осквернили его, нет. Он не оскверняется, он Господь. А что он, ему подавали, и теперь что, он осветил? Но тогда освященная и казнь, освященное распятие на кресте. Нет, конечно. Просто мы и любим свинину. И поэтому мы нашли ей вот такое оправдание. Я называю это гнилые подпорки. Этого не надо делать. Запрещено, значит запрещено. А нам, христианам, разрешено. Но это не полезно, вредно и соблазнительно для мусульман и других. Свиноеды. Для евреев, представьте, для всех. И для мусульман, а это ныне более 2 миллиардов, как говорят. Зачем тогда это нужно? Ну, а она вкусная свинина, как Задорнов говорит. Я люблю, там это смакует где-то. Путь к мусульманам закрыт. На твой рот даже смотреть не могут. Если я с мусульманами беседую, они, а вы свинину едите, я говорю, я вообще мясо, как вообще? Ну, разрешено же. Ну, разрешено, я воздерживаюсь, и все. У них не разрешено. А вы вино пьете? Нет, я вино не пью. Ни алкоголь, ни пиво, ничего. То есть моя дверь к мусульманам открыта полностью. Я за то, чтобы целомудрие, вот эта стыдливость. А что теракты и прочее они делают, это мусульманских священных, даже которые... Хадисы написано, этого нигде нету, что взрывать надо. Там язычников уничтожать, это есть. Враги, которые на них нападают, обороняются, да не такие, как православные. И вот это все нужно довести до такой точки, до такой кондиции, чтобы все Писание было не для осуждения кого-то, а для признания самого себя виновным. И увидеть, где ты находишься, понимать происходящее, открытым оком на все смотреть и прославить Бога. Тогда на душе все время благодарность. Даже ты идешь, видишь птицы, у нас тут тысячные стаи грачей, нынче невиданное количество, небо прямо черное. И они все на полях, все пожирают. Ну, дождь прижал, они пшеницу не брали, она высокая, он к земле. И они ее молотят, пустые зерна, подойдешь, они пустые. Они очень прожорливые где-то. Но в этом что-то, что я не знаю. Но я вижу, что очень необычная осень. Деревья не желтеют, и должна быть впереди. Это бабье лето сдвигается, выходит, не по числам. А что это означает? Не знаю. Не знаю, может быть, это тормозит начало войны. Когда готовились в этом году начать войну, я знаю, даже в интернете считал об этом, то враг не нападет, пока не будет убран урожай, чтобы он не погиб, потому что урожай готовый забрать. Может быть, это оттягивается именно... Уборку-то не могут начать здесь, вот в Сибири. Мы находимся в Алтайском крае, Мамонтовский район, поселок Потеряевка. И мы видим, пшеница созрела, надо убирать. Каждый день морось, морось, как вот из мелкого ситечка. Но не будет же такую пшеницу, ее не отмолотить, ничего, надо ей дать просохнуть. И, может быть, оттягивается дальше, а потом сразу тяпнут морозы, и все. Так, еще немножко...
От Матфея 27 глава, с 50 по 53 стихи. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. И земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись. И многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святый град и явились многим. Толкование. Смерть Христова сделалась для нас освящением. Для этого-то смерть и призывается громким голосом, а иначе, если бы не была призвана, она и не могла бы приступить. Церковная завеса была полотно, повешенное посреди храма и отделявшее внутреннее от внешнего, как некоторая стена. И что она раздирается, то через это Бог показал, что храм доселе недоступный для народа и им невиденный, которого внутренность закрываема была завесою, будет в таком унижении и презрении, что всякий может входить в него и рассматривать его. Иные представляют на это и другие причины. Можно сказать и то, что как иудеи имели обычай раздирать одежды в случае богохульства, так теперь и храм Божий, как бы скорбя о смерти Бога, разрывал одежду свою, то есть завесу. Воскресение мертвых, бывшее при крестной смерти Господа, давало знать об освобождении и тех душ, которые находились в аде. Воскресшие тогда явились многим, дабы сие происшествие не показалось мечтою. А воскресли они, собственно, ради знамения, и явно, что они опять умерли. Все толкование. Ну, толкование воскресли умершие, но остальное запредельное. А вот явились они в ограде. Ну, а когда похоронили, не написано, может быть, несколько лет назад, и вдруг они пришли. Как они выглядели? Их должны были узнать родственники. Разговор был или не был, на какое время они? И потом, как они умерли, вернулись в свои склепы, ничего не известно. Ну, а если бы сегодня такое случилось, ну, в первую очередь расспросил бы о том, ну, что интересует о загробной жизни. Вот меня интересует вопрос... Есть там, если нет, баптисты, там, но он, опять же, только воскрес, тогда рая-то не было. Я бы задал вопрос, но вопросы задавать некому. Я просто пытаюсь в ту обстановку войти, но нигде больше об этом не написано. Значит, это просто явились в оград, кто-то их видел, видимо, а если не родственники, а как они отличить их могли воскресших от обыкновенных людей? Ну, вот эти все вопросы, они скрыты. Может быть, это было написано. Может быть, это было в первой церкви известно. Для чего их крестят крестящиеся для мертвых? У апостола Павла там промелькает как бы знание того, что там за гробом есть. Мы ничего об этом не знаем. И поэтому целые романы пишут вот это мытарство, как есть, ведут, показывают. Ни за что за это не цепляйся и никогда на эту тему не говори. Это тайна, тайна смерти. Что есть жизнь и другая, это я знаю. А вот явились они, о чем говорили, не знаю. Никогда не говорил. Не знаю. Не бойся сказать, что ты не знаешь. Иоанн Златоуст говорит так. Чего в Библии нет, о том не рассуждаем. Значит, вопрос стоит, есть об этом что-то в Библии или нет. Ну, когда нет, все, тема закрыта для меня. А вот я читал книги интересные. Да, книги интересные. Я тоже читал их, но я никому об этом рассказывать не хочу. Так просто мимоходом, помяну, скажу, было. Сегодня у нас воскресенье, 22 сентября 2013 года, день рождения нашего батюшки. А может быть, он только пишется 22, а рожден 21, потому что сегодня Иоакима и Анны. И дедушка Терентий, который крестил его, Мурзин. Вот он так его назвал. Рождение брата моего отца Акима было необычным. Он был... Мама была дома, а снаружи окна низкие были, и я мог подтягиваться. Он на 5 лет старше меня, это моложе меня, и мне было 5 лет. Я очень любил сестренку, она на 3 года моложе меня, Дуся.
И в комнате, а я оказался на улице, дверь закрыта. А бабушка Кочкина была, я даже звать не знаю как. Ее пригласили, она принимает ребенка, и он родился и заплакал. Он очень ревливый был, он ревел, у него пуп вот такой торчал, вывернутый от рева. Это паки-паки, видимо, кричал он уже тогда. А вот я к окошку подтянулся, и они взяли подушку в окошко, поставили, не видно. Я кричу, что с Дуськой сделали? С Дуськой. А это не Дуська-то. А мне говорят, иди отцу на поле, отец пасет далеко, в степи. 5 лет. Я по степи ходил один. Скажи ему, что мама парнишку нашла. Мама парнишку нашла. Я еще не знал, сколько мне придется от него терпеть, водиться. Играть нельзя. Он орет и орет. Ну, кашу ему давать, да. Как охота самому маленько кашку отусить. Горшочек для него манной там каши. Помню, я прибежал. Иду и на одной ноге прыгаю. На второй, как ребенок, прыгает. И к отцу подошел и говорю, тятька, мамка парнишку нашла. Помню, отец, борода была, усы разгладил, что-то улыбнулся. Я не понял-то. А потом, когда уже стал водить, вот тут мне надоело, как, не знаю, надо было за теткой Марией с Артакова рядом бежать, чтобы она поводилась, а мне поиграть сбегать. Играть охота, да он орет. Так я однажды придумал, подушку ему в зыбке лежит, зыбка, как корыца подвешенная и перекинутая, ощупь назывался, береза. И его качаешь, она сгибается, и в зыбке качается, пружин-то не было. Я подушку на него положил и лег, чтобы не орал, придавил его, да ладно, ненадолго. Вот. И вот день рождения его, мы отмечаем здесь. Я ему стихотворение посвятил, он в это стихотворение, батюшка, долго смотрел, не пойму, то ли хвалишь, то ли ругаешь. Это вот обо мне Быков написал статью, Дмитрий Львович, в «Собеседнике». Даже проректор Семкин технического университета говорит, статья, я так не понял, говорит, то ли он к вам хорошо относится или нет. Посмотрите, пошел, купил мне и дал этот собеседник. Ну что, мне надо встать, а как встать? Позвоночник-то не дает. Я вот как калека. Но когда встану, ни один не догадается, что я болею. Вот он. Спаси Христос. Слава Христу. Все. Вот теперь я уже на ногах. Все, 6 часов. Слава Иисусу Христу. Пошел последнее известие включать. Шарик. Шарик мой, шарик. А? Ох ты, ворнак такой. Шарик.